20 апреля на территории Дзунхемчского района Тувы традиционно пройдут республиканские конные скачки. Глава Тувы Шалбан Караул в понедельник на парадном совещании, которое проходит в режиме видеоконференц-связи с муниципальными образованиями, потребовал, чтобы ответственные на местах повлияли на организаторов в плане обеспечения всех мер безопасности. Предупреждаю организаторов о полном и безоговорочном запрете на участие детей в качестве наездников без обеспечения всех мер безопасности. Мы приняли, как вы помните, закон, который вводит ответственность за привлечение несовершеннолетних к скачкам в силу их высокой травмоопасности.